Ну, танки, идите. Пишите ему, что он Ну да, краника, хорошо. ему оставили место. А где Гелт? Я что, Гелт не туда? А, в каком он сидит? Все, понял. Слышь, Гелт, а у тебя фурик есть? А ты не можешь им зайти, потому что у нас дабл ар 5,9. Считай, что у нас полтора фурика сейчас рейд. Какая разница? Главное, что проскол стакали. Или ты думаешь, я фурикам намного больше дам? Ну, на лече, на трэша, да, на вальках именно. Ну да, фуриком зайду. Ну давай. Зачем ты, ну, Кригера, топ ШП поменял, ну, ну, кто думает? Я же объясню. Так осенью с мобильным, что ли? Ну, почему? Сам? Маги будут бить. Какие маги, ты угораешь? Нет, хабы будет бить. Узумаки будет бить и декалови босс. Кукова сейчас у нас откинет копыта вместе с Машей. Вот она уже откинула. Давайте я Машу подниму. Вставай. Опа. А это чьи копии там стоят? Ну-ка. Ваня. Берета. Хоть станьте бить сначала большого точно. Дайте танку на... Дайте гимн на хп. ШП, давайте. Я крикнула только что. Там гнев небес и так далее. Заливайте сначала пауков. Пауков надо слить. Я в коконе. Летите там, не лежите. Чего лежите? Лимошка захитрилась. Его. Давайте вставайте там, летите. Мошка пока живет. Бля, что это за хардкор? Ух, как тогда убили. Это героический решение. А, типа, в центр сейчас пойдем. Такой аккуратнее. Это не героический. Хотя нет, ну нафиг, давайте сбоку пойдем. А то сейчас три пачки сарим снова. Да давай по центру сейчас, все равно. Не-не-не. Давайте сбоку. Я помню, обычки так водил. Так или по КД. Бить паука. Сбейте кокон. Ты, Машулька, меня уронила, что ли? Она сама себя выронила. Это не Машулька, это вообще Лукуаси хилит. Она же упала деньги. Лукуаси, как дела?
Заливать ну, полков сейчас я снова батарейки купил. Я пиздец купил пачку батареек. День пиздец. Надо покупать проводную клавиатуру и проводную мышку в пизду. Три, нет. А где там Трися? Он уже хотел с нами пойти. С работы ехать. То что? С работы вроде есть. Дайте столик. Поставьте столик, и рыбу тоже поставьте, у кого есть. Я поставлю рыбу. Давай. Сейчас я тебе дам эти фласки. Есть кто сколько еще собирает? Просто мне две штуки нужно. Так. Сейчас, секунду, еще одно тело найду. У нас два по паладина. Трися сказал, что будет минут через 25 только. Ты у него спросил, у него рога не на КД? Ну, я спросила, сейчас спрошу еще раз. Нет. Так, не на КД, пускай он что рогой заходит, ты ему напиши. Все, я нашел паладина случайно, то РПЛ 6-7. Нормально. Я Коки. Хорошо. Так, паладин, ты здесь, да? Давайте засуманим сейчас пала. Видите? Все, слот для Триси оставим, какие-нибудь часов на себя. Пал, ты тут? Я сейчас отойду. Он больной уже. Блять, кто это побежал? Чей дайте это? Диван, дайте это диван. Давайте танки. Он, блять, полрейда лежит, ладно. Машинечка, дай какой синий диван? Полрейда за окном. Да я вижу. Хаба, молодец. Падаем. Блин, Хаба, я это... Как дела? Автоатака, да? Мышкой нажал правой кнопкой. А, Зайба, ты если что будешь бафать им кулаки. И Хаба, следи за своим петом сейчас. Я отойду пока. Давай только быстрее, Маш.
Фу-фу-фу. Нормально потраили. Ну, бывает. Все, допьюка не будет. Да, пиздец вообще. Пул ребра был бы, таймер запустился, да. Теперь не остановить. Всякий случай не буду за линию заходить. Да тоже нахуй в Долорант портанусь пока что. Давайте бегите, босс. Спрячусь вот тут, вот в уголок. Чтоб никто не уволок. Успеем. Тебасло. Тебасло или не знаю, где там ударение все ставится. Тебе джага света. Дайте еще раз рыбу. Сейчас забегу дам. Давайте бегите сюда. Неудачная попытка была. Ой. Надеюсь, РС-очка будет потом? Не знаю, может быть. Будет, если мы до 11, до 12 не будем здесь сидеть. Я думаю, за пару часов-то убьем. Давайте, фулбов. Ты кресты бафаешь. На рубу заходит. Ну, а по мне бафните. Паладину кулак крест бафайте. Маша, ты кулаки бафай. У нас Маша зашла. Сейчас. Сейчас она вам все даст. Да нет у нее роги. Что давайте чек. Маша, добавар. Маша. Каноби. Зайдите за линию. За линию зайдите. Так, давайте возьмем еще Олега. Ой, ТМТ. Пару трая с нами сходим. Тыкните на шкаф. Я еще дам чек и пойдем. Сразу шепы бафы дадите, ему не хватает. Помонит столько. Бля, поставьте еще один шкаф. МКД у нее, а лок один. Я суманул вроде бега. Не, он не засуманил. Все, дайте ему каску и МП5, все, больше ничего не надо. Пьющему. ШП. Все, последний чек и погнали. Все, все готовы, погнали. Пьющий хотел рыбу поесть, я ему не брал. Да. В лужах не стоит. Сейчас готовимся шипы заливать. Пьем. Ой,
Можешь позаливать. Я подниму мага. Беги, малышка, беги! Идите сейчас. Милики, не бейте. Куда вы побежали? Кто там бежит, вар? Закильте мага, мага закил. Пепчи, молодец. Посмотри на стебалса, у него есть? Ну, давай сам посмотрю. По-моему, он это сам прожил. Праведное неистовство он прожал, блять. Захилил тирейд. Мобильный киль, давай гимн на хп, сакру паладин тоже давай. Все, шипы разбивайте и давайте под босс. Жми таун. Ой. Ну да, шипы. Там жми, иду забейте. Там будет просто, сейчас он подбежит. Дайте этому лимошке каплю. Добейте, пожалуйста, о, молодцы. Разбивайте снова шипы. Похрен. Добивайте босс. Беги, малышка, беги. Что-то с... вот этот ретрик с Гилдалда делит. Шея на мэй надо кому? Ты с неистовством начал, да, пацан? Думал танк. Я забыл выключить. В смысле, чё? Неистовство, праведная такая есть хуйня. Или как оно там называется? Так и называется. Вот, ты его включил, а потом выключил. И что ты? Сенста. Так, ладно. А, ноги надо кому на мейн? На оспик надо ноги, без напупал. Отдаю Маш. Отдаю половину случая. Кольцо на мэй надо кому? Даю мобильному хилову. Сейчас я подбегу. Кваси, Настика, да, Иннер. Мобильный может спеть гимн на ману. Там ханты напуливать. Как бы ГП раздавать. Чё, кому в БДК спикаться? Сейчас, секунду, дайте мне КП раздать. Славя, у тебя есть БДК? А, все, ты спикнулся. Два БДК слева, протопал ты будешь справа. Паладин сливать свои капли, ДКшки сливать свои пантери, кровавую метку, если у БДК у вас там она есть. Тоже ее сливайте. Мобильный хилс стой в милизоне, если в миликах будет контроль, кинешь ферзь сразу. Все. И витамин бей справа, пожалуйста, решать. Остальные бейте слева. Первый добейте справа. То поехали. Бля, и зачем вы пульнули? Ёбаный с... Кого-то червяки в жопе, наверное. Пана, я подпишу, бейте сами.
Заливайте, Тершак. Тершак, заливайте. Паладин хил. Ну. В лужу отойдите. Войт, ты на второй фазе забираешь босса, контроллер, сдавайте. Я думал, на третьей надо забирать. Где спать, проклятие? Ты мне такие вещи рассказываешь. А, Пухнастик, поднимай Каноби, Берету. Мага. Дадите ему баф потом. А, не рез его, ладно, отмена. Бейте Трешак. О, поздно, резнул уже. Ну, тогда Каноби вставай. И не слакай. Трешак, заливайте все. Там только коты могут не убить его. Ты не в сил противиться моей воле. Контроллер, сдавайте. Баблом заебаш. Да я понял. Вот. БР не будем уже давать на него. Останьте нифиг. Трешак заливайте. Трешак заливайте, не бейте босса. Сейчас будете на войда потом на пул давать. Доливайте ему босс его. Нафиг не уходи, а. Кто войд парит босса? Контроллер сдавайте, там киры и так далее. Долейте ему буфа. Трешак заливайте. Трешак собьем. Дух не ловим. Лужа там в воде. Дух медиазона бежит. Внимательно. Потом еще 5 контроль раздавать. Раздаем. Ну, 5 стаков там. Трешак заливайте. Сейчас на полном числа его давайте. Да, через 2 секунды все, на войду давайте. Духи появились. Духов кайте. А совой можно в форму кота и по пятнице нажать, чтобы агро скинуть? Нет, контроллер сдавайте. Перы там и так далее. 5 духи появились. В мелизоне дух. Бежит ко мне. Трешак заливайте. Певчая, давай гимн на ману. Туманный, если есть тотем, ставьте их. Опять духи, сейчас контроль будет готовим. Контроллер сдавайте. А что ты в контроле был, да? В огроте нет. Бля, надо помогать. Кто пальцы кидает, лимошку? Какой-то умный это делает. Трешак заливайте, захиливаем. Раз, пивайте. Сейчас снова опять будет контроль, духи появились. Контроллер сдаем. Сунувайда на поле. Ну это мне не было, какой плюс сейчас. Добивайте босса. Босса добивайте. Бейте тупо босса.
Давайте по троллям. Так, контроллер сдайте. Десять тысяч. Поднимайте флаг. Воля господина! Ваша смерть неизбежна. Что там, на контакт захожу, да? Можешь зайти пока что. Так, а из инста мне надо выходить или не надо? Нет, просто офисе и все. Какая-то сволочь пуляет два раза подряд босса. Это какая-то стрела, по-моему, полетела первая, если мне не кажется. Кстати, телефон залип, поэтому не видит. Че, осколков нет? Нету. Оп, я походу тебе ЛГП дал. Отнимешь себе ЛГП? Там у меня случайно. Лол. Значит, ты не можешь отнять? Ну, я сейчас кольцо дам, могу и сам отнять. Надо кому еще нов? Не, я на мейн. А, ты на мейн, хорошо. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поставите, да? Сможете его. Я там присанул гичат. Сейчас. Привет, нет. Лок, постави шкаф в кораблях, там у них фонта. Не надо, я уже здесь. Ну хорошо, тогда не надо шкаф. Даксон, залей пухнастику ману. Ой, пухнастику, кукулась. Мастик тоже может залить ману, кукулась. И какой сено сейчас сможешь отдать потом гимнуман. Давайте ранца возьмите свои. Допустим. Что ты трясешься долго? Давайте бегите сюда. Там так, я закупаю. Смысл. Какой сена, дай гимноман. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Внутри. Сегодня, ну да. Будем биться со смертельным врагом. Так за 10 может и хилят, но не за 3 секунды же. Оркрон, взлетаем. Что это там вдалеке? Просто в луже стоял. Не, он не в луже стоял, походу. Ну а смерть и разложение, это что, не лужа, блин?
блядь, хватит уже об этом говорить. Стоял в луже, стоял возле моба, который взрывался. Это его вина, со заебали. Гуляете босса каждый раз. 300 баф считайте. Мага идите сливайте. Я забыла ранить взять. Ничего страшного, Халик. Тут по крылу можешь перебежать, если хочешь побить кого-то там. Я думаю, без тебя побьют. Это геймопатия, спекнешься потом ШП. Без хотя бы. Нет. У тебя нет ШП? Ну ладно. Бейте маг. Бля, где вар валяется? Тут ему вылазят из-за портала. А, я тебя вижу, сейчас я тебя подниму. Давай. Давайте пушки заливать. То, что когда падаешь на корабль, возвращает, это же баг? Да. Не-не-не, это так и должно быть. Да, так. Но, ну, это на самом деле глупо. Ну да, это что я думал. Не, это не глупо. Ну давай, вот ты спрыгнешь с окна и глянем. Тебя вернет назад, нет? Ты должно что быть там? Как на реальных событиях. Если ты упал, там, все должен быть. Там телепорт есть. У тебя дома есть телепорт? Там телепорт есть, который на офи такой есть. Осколки надо кому? Лимошка. Лимошка вышла, да? Осколки. Да. Да, да, лимошки. Так, счеты надо кому? Я их тогда себе возьму. Так, палец надо кому? Маша, тебе надо этот палец? Мне кажется, ты ошиблась им. Так, отдаю... Ух, Настику. Он нахули палец, да? Ну, Пухнастик выше. Ну, я не знаю, можете босса, наверное, запустить. Да, запускайте. Надо кому-то кольцо нового. Фарм кулак дать. Герои, будьте начеку. Лет только что. Присоединись ко мне. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. И во славу короля Лича! Мой мальчик погиб. Фрэнни, бегайте на слонах. Здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее. Да чё это ему? Назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Зачем тебе счет? Под защитой старейшин. Ну, у меня утешение. Зачем мне утешение? Когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или... Я вот со счета Лего. Сын остался бы цел и чист. Сегодня... Я исполню это обещание.
жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плеть? Ну, начинается целый сказ, он называет лжиси. Одна секунда, добавь. Потом стершак заливать. Одна секунда. Но опять стершак, спасибо. Мы это спутали. Да. Парни сдох. Бейте трошак, пожалуйста. Забирай. Алло. Алло, алло. Паладин, возьми на себя босса. Алло. Паладин. То ли вы видите. Пал, ты здесь? Алло. Он вылетел, походу. Кильте паладина. Он позадал никуда. Че ты сейчас забирай? Немножко в лице. Так, плачь, надо. Так, ну я могу так сказать, что плащ этот, ну магом не идет, ну хули пал он подавно, зачем он дух? Сейчас проще Маша с этого свальки выбить. Давай Маша дам лучше мобильному хилу. Да, твой находник, шаман. Так, отдаю Дабулару. Подходи. Покоритель надо кому?
Сейчас отдам. Вы там можете запускать вальку. Меня можете не ждать. Сейчас тебе отдам, вот секунду. И завоевать не надо кому. Чисто надо цейт еще. Олег АФК, можете его не призвать. Покажите там, где я есть тоже. Сурка. Сейчас мы глянем. Так, ну тебя я не вижу. Даже в скаде. Ты, наверное, на 26 месте. Я такой 20-й. Блин. Да. Лошара я. Да вон 6 место, что ты его слушаешь. Бейте лайку. Погнали на чумку. А шея падала на этом КД слона? Нет. А плащ? Падал. ЦРС. А, ВРС, да, падал тоже. Ну, да, падал, я забрал. Ну, забрал. Кем? Мой. Собой. А, поздравляю. Спасибо. Хотелось бы боты, конечно, но что-то они вообще не порадуют. Где мой фэч? Сам отваливаешься. Боежка валяется. Ух ты, где? В большом. Единиц, спасибо. Дай мне ханту. Да, держи. Опа, это он был лакнул. Хотя, давайте кинем на ролл, нахуй мне эта боежка, еще будет с ней ебаться. Кто выиграет, тому повезло. Кидайте. Так. Блять, а у меня рейд ролл. Сколько она стоит? Еще одна валяется, такая же. 100 тысяч. 3 косаря стоит, я недавно брал. Так, ну получается 3 косаря у нас получает LG. О, еще одна. Ёб твою мать. Такая же. 5. Да? А, ну да, кукуася. Молодец, ты заслужил. Только где ты шляешься? Ладно, я тебе потом отдам. Давай я кукуася, давай мне. А? Так Ралька шутить стал. Просто настроение хорошее. Неделю вас не видела. Поэтому оно и хорошее. Так, вы сюда кого-нибудь хоть притянули? Угу, ну ладно. А чё вы сюда пришли? А чё, красиво здесь пришли. Ну да. Кот вон наверху. Опа. Тут кота жрут. Ну и с ним. Погнали. Ладно, я его захилил. Эти. Давай, кот, прыгай ко мне. Сейчас кинется хорошо. Кот скалолаз. Забирай. Только вторую собаку не сайрите, пожалуйста.
Слышит этот WhatsApp? А ты не можешь тут раздавать? Нет. Плохо. Давай следующий собак. Мне кажется, он меня из-за дома подвисает. Так ты оперативку вставь просто. Да мне надо все почистить. У меня тут дофига что запущено еще. Такой хуйни накачал тоже. Запускается двигатель. Может, кстати, кто знает, как сделать так, чтобы Discord не запускался автоматически? Я что-то лазил. Что еще раз? Discord сделать так, чтобы он автоматически у меня не запускался. В настройках там же есть. Не знаю, я лазил, что-то нигде ничего не нашел. Я, кстати, тоже мобильный фил подыскал, откачал его, не могу найти ничего такого, даже похожего. А там вроде бы так же, как и в торренте, отключается. Че, ленточка упадет сегодня? Да. А у меня есть ленточка? Есть. Зачем тебе ленточка? Ленточку только нубы носят. Почему у меня, сука, дома? Но. Так, ладно, кто там победил? Кого там отдал? Даблвар. 85. Ну да, он больше всех кинул. Я тоже 85. Ну давай я еще раз кину. Или нет, мне. Нет. Я тоже 85, смотри, нихуя себе. Ой. Давай еще раз. Кидай, кидай еще раз. Сейчас смотри, Кокосина. Запоздно. Блядь, Кокосина побеждает. Так. На рейндж идет хант, третья пати. Третья пати находится Кокосина, все маги. И пускай идет мобильный хил и пухнастик. Че, не пухнастик, а Дексон, давай ты. Какой катун на рендже, конечно, скучно. Так, секунду. Все. Дед, Володя. Да, тотем, ты Кокосик поставишь. Молодцы, идем. Блять, сорян, это я вот этот раз. Да я знаю, кто это. Можешь мне рассказать. Молодцы, блин, сколько мы уже? Так, вот. На этом, как его? На ребре кто-то запустил. Ну, хант это был, ладно. Ой, петон. Тут петон запускает. Ты дальше. Опа. Че, на ранже недостаточное количество людей. Почему? Я аж 8 человек закинул, 9 паладин. Давай, перчи, иди на всякий случай, ты на рынке. У нас Доксон упал. Я сейчас подниму потом Доксона. Доксон, вставай. И иди тоже на рынке. Так, маги все вы должны выйти. Значит, кто-то не вышел. Да. Вот и надо ловить и наказывать. Жестоком на камеру. Ну вот Доксон паскудник-то, ману взял себе, забил. LG снимай. Да, мага всегда стоит глыбой, маг LG снимай. Перчи почему стоит у нас? Идти перчего. Перчи походу завис. Перчи, ты хоть там себя отхиливаешь. Бит. Ладно, я его захилю. Ну да. Ну хай протестует. Вот уже зарпало. Кабы, где ты, блядь? А, ой, я тебя вижу, сейчас я тебя подкину. Ты встань чуть-чуть поближе, пожалуйста. Я, ну, бля, мы до тебя даже не достаем. Я вообще не понимаю, почему ханты так далеко убегают. Васап, ты писал, нет? Опа, отойдите от лужа. Что? А, я забыл. LG хит, LG, LG. Макс, снимай глыбой. Нету глыбы. Я да. Олег вылетел, походу. Дайте, пожалуйста, гимн на ману тремя пати. Давай ты дашь.
Лимошка, ты каски бафаешь, братан? А где Лимошка у нас? Дай-ка бафу как каску. По АДК там в девки свои прожимают. Так, слизь не взрывается. А, бежим, да, бежим. Дрейф. Че, давайте в центр побежали, он уже там крахнет. Давайте, бегите сюда. Молодцы. Давайте добивайте там пару лямов. Так, чему она мне? Нормально, бьем. Так, а Трисия все нету, да? Трисия нас наебал, да. Ну, а я ему слот главное держал. Так, кто у нас следующий забирает осколки? Я на осколки следующий, ясно, Тщеславие. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Так, Тщеславие или Дабалар у нас на осколки следующий? Да похуй, по очереди, да? Чё, проверю. Давай, глянь, а я пока раздам другой лут. Завтра надо кому кольчужное? За мой счет. За моё ГП. Лол, блядь. Я пошутил. Вашу держи. Если тебе не надо. Давай себе ГП. Но Даблвара вообще нет в списке. Да, ну тогда, блин, на Тщеславие. Я думаю, за эти запы не надо давать наши ГП. Или надо? Они же вроде не бис. Да они мне не нужны, просто ГП себе дай. А, да, уже, спасибо. Я себе накину ГП. Так. Все. Иду к вам. А если засумонить, то ждать мне не придется. Кто это у нас стоит? А, Хаба, это твой пет стоит. Ты решил далеко оставить от босса, да? Не шалил? Давайте чек на готовность. Две споры к шаманам, метки сейчас вам поставлю для них. И одну мильзону. Ну, почти все готовы пулять. Блять. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Зачем ты гнев обманываешь? Так, давайте, сбегайтесь. Хаба с Уджик шаманом. На девятом, короче, если что. Бля, что-то занял мое место. Одна что-нибудь найду. О, пойду мелизон. Только тут шутки шутят, Трисси. О, Трисия пришел. Трисия, ты здесь? Так, на мне. А, блядь. Ладно, Громбик, сбегусь. А почему звезды нету? Почему звезда бежит? Где у нас? Каноби отдыхает. А, ясно. Он далеко стоял. Сакру там свои девки по моей команде даем. Рефер нормальтесь, давайте так. Так, давайте сбегайте. Последняя скоро. Все, потом больше не сбегайте. Стойте с ними на месте.
Все, прожимайтесь. Прожимайтесь. Только будьте осторожны. Такое уж оно и обычное. Кто не упал? Парами больше не сбегайте. Нет, опять штаны. Ты всегда был моим мальчиком, как и гниломорт. Так. Отец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ну, давай с штанов начнем. На мейн. Кому? Что, только одному мобильному хилу надо? Угу. Ну, да, вещи упала. Ебать, он сейчас сегодня у нас оденется. Завидую? Да, честно, я завидую. Нормальным пацанам нормальный лут, блядь. Так. Честь и бест на паладина, окей, а, АДК. Тщеславие, молодец. Мердак, просто так. Все, иду к вам. Профа как скиллованный пацан, да? Васап, давай подумаем, как там надо, значит, чтобы критично ли то, что колба появляется в луже, или не критично? Мне на это не обращать внимания? Да нет, конечно. То есть самое главное, чтобы я вел, когда проф поставил колбу. Он еще бывает, видишь, он уже цель выбирает, блядь. Кидает. Ну, он, да, да. Не знаю, кто нормально там, когда таймер у него подходит, стоит. Вот раньше, когда этого говна не было, вообще он хорошо ходил, а сейчас пиздец, нахуй это сделали. Тоже за медика играют. Вроде бы побить охота, а он, сука, стоит в колбах. Так, у меня почему-то бой висит вместе с бутерболом, ну-ка. У всех висит бой. Потому что жуки внизу, блять. Надо его найти. Надо спуститься вниз. Спускайтесь, чё? Так, у меня, кажется, бой упал. Жук на Даксоне. Даксон, спускайся. Давай, Даксон, иди сюда. Доставай этого жука. Доставай этого жука. Сука. Блять. Изданул, да? Дальше, отойди вот сюда вот. К выходу. Вот он, пидорасы, смотрите. Где? Вот, заебал. Топчем. Их даже несколько. Смотри, вытаскивай. О, под текстурами. Смотри, их нет, да, погнали. А, в общем, прожимки свои не отдаем, отдаем на двух слизней. И гомеопатия, Каноби тоже ПС-ку не отдаешь, отдаешь ему только тогда, когда появится два слизняка. Ну, ты
Хорошо, что ты вон беда. Мне кажется, тут хилам ПСК заходит, когда зеленый. И хилы, вы тоже, кстати, не сбегаетесь вдалеке от хилити рейд. Олег, у тебя есть ассист, поставишь на себя метку. Витамин. У тебя тоже есть ассист, поставишь на себя метку. А я буду в стороне хилить. Так, Мак и Вар. Вар, ты здесь? Какой себе красавчик. Диван с пула даешь Войд Кингу. Запомни его. Там Кнайт написано. Я решил тебя Кингом назвать. Кинг, блять. Можешь дать ник. Все, все готовы. Напоминаю, прижимки не отдаем. Палки и куклу. И на первом зеленом тоже не отдаем. И тотем стоит, молодцы. Сейчас появятся лужи, возможно, на ДД зоне, в ангую. Ладно, я ошибся. А нет, я не ошибся. Бейте босса. Стоп дамаг по боссу, не бейте босса. Стоп дамаг по боссу. Стоп дамаг по боссу. Бейте зеленого. Не бейте босса, алё, вы глухие. Вы его сейчас переведете. Куда ты тпшишься, алё, баклан? Хильте рейд, хильте. Так, с метками по стол. Цела, стой, да я тебе дам метку. О, держу чму. Давайте себе по стол зеленым. Давай, замедляй двоих. Ёбана в рот. Я же заметил его, вы чё, блядь? Так, смотрим на ком. Да, Олег вылетел, на Олеге был. Ясно. Он спулил первый, думает, ну его нахуй, сейчас какой-то пидор спулит, блядь. Да, я спулил, спулил нахуй и вылетел, блядь. Ты еще откуда? Олег, ты в РК, Олег, ты тут? Уже тут, блядь. Что, я вайпнул? Да. Да. Я вылетел. Тебя красный кинулся. ГП Олегу. Тебя сервер не любит. А чё ты спулил? Думаешь, ну вы нахуй, да? Лучше я, чем кто-то, да? Спасибо, хватай, иду. Хорошо. Странно, что ты после СРК ещё не отошла. Да там не надо было. А, не надо? Ну ладно. Поднимаю Паших. Трисия тут, он пока ест. Он проголодался. Я бы тоже проголодался с таким рейдом. А куда тебе надо уходить, Каноби? Я ни на одном боссе не подамажил нормально. Думаешь, тут хоть... Да давай себе, у нас Олег просто вылетел. Не вайпнулись по глупости какой-то. Или ты из-за того, что Мун Квен в топе по ДПС, и ты не можешь выдержать этого? Хочешь уйти? Потому что он сейчас на первом месте, а ты на втором. Да, да, из-за этого. Может, он блевал. Я не сказал кидать ПС ему. Я гомеопатии сказал кидать ПС берете только тогда, когда появится два зеленых. О, два зеленых, два слизня. Поставьте пожрать. Я витамин с ПС-кой с этой, блядь. С кем там еще? С истерией.
300к ДПСа просто, да? Не, поиска бы еще скорость атаки увеличила, было бы вообще заебись. Ху-ху-ху. Дилиболи, нахуй. Дилиболи, блядь. Ой, кора, блин. Можно ник такой взять. Дилиболи, блядь. Я же напомнил эту, блин. Зелебоба. Что-то такое созвучное. Ник такой надо создавать, да? Дебило, это как-то не звучит. Давайте дилиболидами обзываться. Давайте вы дадите лучше нам фулбаф. Красочки, кулаки. Шалан, ты что, дилиболит, что ли? Он беременская, я пошел. Так, сейчас должен этот пойти, Трисия вместо тебя. Мы ему слот оставляли. Да сейчас Трисия поест, Менск пойдет, блядь. Ну да, ладно, давайте его тоже засумоним, пятого мага. Да ладно, если там Трисия пойдет, чё. Так его пока нет, он ест. Тебя когда не дал-то на этого мага? Ну, сейчас туда на другого мага зайду. Давай. 20 персов, какой мужик. А вы с кого, кстати? Так а чё, у тебя роги нет, Ваня, что ли? Не, он там бомжовый. А вы там с кого? Ну, заходи. Мы с профа. Будешь напуливать. Да с меня гроз, брат. Не, если хочешь, ты можешь Локом зайти, там, допустим. Можешь Антон зайти. Пофигу, кем. Ну, в стае не забудьте выключить. Только Трисия, кстати, есть будет, он уже 20 минут может хавать. Не-не, чё? Ну, может... Напишите ему ВКонтакте, может он, блин, поел и думает, что... Ну, ты чё думаешь, нормальные люди за 20 минут едят, что ли? Нормальных людей обед час. Ага, это настройки, может, час. А за полчаса. И вот ну, сейчас. Да? Ну, да. Не знаю. Так, он решил зайти на контакты петь. Если бы Войд был президентом, то было бы 2 часа, да? То был бы Дилиболидом. Был бы еще один Майдан. Дайте ханту каску, кулак, МП5, лапу я ему дам, прикистабав тоже ему дайте и погнали. Напоминаю, что здесь прожимки не отдаем. Гомеопатия ты помнишь, да? Да-да-да. А какой это товар? 100 грамм? Брота плюс арбуз, красава, так и надо. Так, кулак хантам. На тебя систах. Этот, Ваня. А мне зачем? Ну, чтоб ты поставил на себя метку и вводил РДД-зону. Я с хилом сейчас. Прот это ни о чем не говорит. Про товар. Дайте пристабав. Пристабав еще дайте. ТПшки, гомеопатии. Спасибо. Ой. Слышите, вы там про товару объясните 100 грамм, который. Что арбалет и прота, блять. Это разные спеки. Он что, в танке сейчас? Нет, он просто написал ролик прота и плюс арбу. А, ну это разные спеки, если что. Красава. Ладно, пей куклу, паладин. Все, шутки у нас закончились, надо серьезно убить этого босса. Сейчас скоро лужа появится. Вот нафига вы свои прожимки даете? Там дабл-вар и так далее. Ну, блять. Вот мозгов и реально нет. А потом вас одевай в окон. Так, топайте дамаг.
автомат, стопайте дамаг. РДД, стопайте дамаг. Молодцы. Слушайте, Биг Мак. Бейте все зеленого. Сейчас он выберет цель. Он выбрал цель. Давайте бьем. Добиваем. И переводим профа. Ты еще как вареньки скажи. Готовьтесь. Готовьтесь. Еще такой минус. Есть какой-нибудь? Сейчас. Готовим. Выбрал. Давайте бьем. Как там говоришь, Ваня? Килы, вы не сбегаете. Смотрим на ком, да? Тесты хоть выносят. Ой-ой-ой. Зеленого мало бьет. Сейчас смена цели красного, давайте. Пизда она, смотри. Не, повезло. Кослайк. Пизда рулю, да. Добивайте зеленого уже, в конце-то концов. Бля, чего он так долго сделал? О, пельмени, надо убегать. Я почти убежал. Нет, зеленого отвлекс. Ладно, сейчас я подниму. Через 5 секунд. Мага. Маг, я тебя поднял, закиньте его. Ты молодцы, красные пельмени. Пельмени не ловим. Бейте РДД красного. Великий, я двое. Потому что ком под зеленого не хочу ставить. Да, вот я тебе тоже хотел сказать, что ты его отвел. Сейчас скоро пельмени появятся. Пельмени появились. Мы от них убегаем. Когда бьете зеленого, как Оси нас поет, жгим на ману. Как у вас. Смотрите, сейчас будут пельмени лететь к столу, бегите. Все его услышали, РДДшники, это он вам сказал. Медлять его сейчас? Ну конечно. Да прямо пельмени побежали. Ой, Лимошка, ты там следи, пожалуйста, за своими ХП. Дай Кокосина гимна хп Кокосина, дай. Все, давай гимна ману, ставь Кокуаси тотем. Ну стоит, пидорас, да? Ну отведи от... Стоит, говорит. Костюм. Стоит на LG, смотрит. Давайте РДДшники, бейте красного. Машулька, чё, праведный гнев, да? Стоп, босс. Или бьем. Босса не бейте. Почему? Милики, бейте сейчас красного зеленого. Так, красного добивать, если все переводят по боссу. Переводите его, пельмень. Знаете, только сейчас делай. Куда вести, Даксон? Сейчас пойду. Давайте переводить. Кто до сих пор не научился его водить. Вперед назад. Что ты, блядь, сейчас назад сказал, я не расслышал. Ты его водить до сих пор не научился. Еще раз, что-то еще думаешь? Раз, скажи, что-то сырка у тебя. Не плодите, елки-палки. Ну ладно, бьем, Гера, даем. Бьем свои цели. Килы, вы не сбегаетесь. Это... А, у тебя раги нету, ладно. Я попрошу два раза харкнуть. А, пухнастик поднимешь, Машеньку поднимешь. Мобильный хил, споешь гимн на ХП по моей команде. Ты таргет. Смена. Все, смена цели красного. Дайте ему боб. Молодцы, ладно, добили. Поднимай Машеньку, пухнастик. Захил Машеньку нашу. Пельмени только не ловите. Стоит. Готовься его менять, меняй. Маша, возьми его в цель. Войда, возьми в цель. Ты его взял. Давай, в цель. Маша, бери его. Бери его полностью. Кидай ему боб. Кидай ему боб. Бля. Нормально. Так и надо было. Бля. Че я. Эта жертва была не напрасна. Туда-сюда типа двигался, ты не могла мышкой тыкнуть, да, попасть. Не ловите пельмени. Убивайте уже.
полтора ляма. Лям. И еще лям сверху. Лям. И еще лям сверху. Кто знает? Не надо идти. Блять, забери чуму. Да, беги с ней. Так. Последнее желание кому? У кого есть последнее желание? Сука, когда оно падает, мне сразу, блядь, ведьмак вспоминается. Да? Ну, когда держи его себе. Чтоб ты его почаще вспоминал. Как не меч предназначения, блядь. Так, отдаю престол, опять токен. А вот, пошло, поехало. Так, геймопатия не получал у нас, отдаю ему. А есть? Стой! А есть тут люди, которые читали книжку Ведьмака? Не, так, а я печенька я тоже не получал, мобильный. А, да? Ну тогда отдаю Машулечке, потому что она выше всех. Гомеопатия читал, да? Да, все. Топ книжки вообще два раза. Ну они читаются легко. Защитник надо кому? Самый офигенный момент это когда они уху варили. Покоритель надо кому? Кстати, а какой был общий ДПС на сырке? Я вот забыл спросить. Ну у нас вагоны есть. Так, держи маг. Блин, что ты раньше написал, сейчас я бегу, дайте это защитника. Они, если что, с обычки токены бесплатно даются без ЗПП. Приму, да. Опа, а почему Мансуки ходит в беде? Знакомый ник. Мальчик. Она показалась некомпетентна, да? Необучаема. Линия? А чего она ушла? Что случилось? Какая линия? Это же Мануся. А, Мануся, чего она ушла? Чего ей кикнули? Ну, решила поотдохнуть. Это который приз вчера был, да? Вот тот, который падал. Да давно еще. Я не помню, когда был. Что-то там забыл, мувик какой-то надо посмотреть. Так что мы будем так всех кикать, кто тактику не знает. Да. Но ты смысл вот тогда. Но ты тоже не знаешь. Давайте тоже. Все равно, блин, смысл мы пишем тогда в этом молчате, что типа научим, если мы их ни хера не учим, а кикаем знаки из гильдии. Я такого никогда не писал. Не, вот я помню раньше такое писал. Ну я вот научил. Ну я не вижу. Давай, Мануся, давай я тебе назову тех, кого я научил. Шанан. Давай. Угу. Так все. Что он. Олег? Да все просто, вот кто вредишь, всех я научил. Ну да. Поэтому он тогда и меня кикнул с гильдии. Потом в смысле, этого. Ты ливал сам. Да ладно, так то что быть. Да. Я учил вас мувиками своими, просто. Что за мувики? Где вы замолчали? Девушка спросила, что за мувики, а вот... Да никто не знает. Видео с приёма. Мувики, ну это да, это жаргон такой. Мувики Войда, это уже мемом стало. Там у меня 52 подписчика. Фина себе, вчера ж был один. Это он накрутил, Не пользуюсь. Да.
Он как подает тем-то не подписывается. Кабы ты хоть на полтора раздавай кому-то. Нет, и без паладина тоже может стать. Молодцы. Тогран тоже остановил же свой дамаг. Тебе тяжело пилить. Или это у нас в танке? А нет, это не в танке.